Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прокомментировал законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса, внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентом Украины Петром Порошенко. На самом деле закон пустышка. Единственное, что там можно вычитать, если внимательно читать, что мы должны быть либо уничтожены, либо переселены. Вот и все. Ну, это развязывание очередного витка войны. Понимаете, Украина не хочет договариваться с миром, это понятно. И сегодняшнее голосование в том числе может привести к обострению к военному. Они готовы начинать войну, лишь бы ничего не предпринимать. И закон этот, в принципе, освобождает их ответственности за те преступления, которые они сейчас делают или делали раньше. В связи с этим Александр Захарченко отметил, что в ДНР ждут массированных обстрелов территории республики в ближайшее время. По мнению главы государства, Киев традиционно обвинит в обострении обстановки вооруженные силы ДНР, а у депутатов Верховной Рады появится предлог для того, чтобы не продлевать действие особого статуса Донбасса.